Уху. Ух, опа, танк. Блять, он остановился, он хитрый игрок, походу. Погодите, я тоже хитрец. Блять, ебать, я перехитрил, его, я более хитрый игрок получается. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята. Блять, а прикиньте, ФВшечка переехала, во весело будет, бля. Ну как там с деньгами? Спасибо большое. У ФДДР было. Понял. Решил пообщаться про все про это. Понял. Ощущение, что ему аркан на шею кинули. Так сильно углы обходит. Ну да, там якорь. Не, так это ж, блядь, типа, ну как сказать, это типа нормальная тема, это контора смешная, это как в политике, типа. Ну, типа, ты должен преклонить колено и не пиздануть лишнего, иначе тебе дадут по голове и выебут в жопу потом шваброй. Вот, типа, это так работает, просто кто-то говорит, ладно, окей, я вас не устраиваю, вы меня тоже не устраиваете, сосите дуло нахуй и все. А кто-то говорит, что, типа, ну, типа, привыкайте донатить, блядь. Оно именно так и работает, блядь. Ебать ты, пиздец, Федя. Ебать, он мог сделать, блядь. Я свожусь, погоди. Ребят, я, получается, опять более хитрый игрок, чем они. Блядь, надо фугесик на него бы. А то альфа не пройдет и пиздыкс. Но там, видите, там хитрый МБТ американский стоит. Вот. Там хитрый МБТ. 24-й год, чел в танке играть. Блядь, ты не представляешь, насколько ты прав. Это пиздец. Мне самому от себя противно, блядь. Ну как там с деньгами? Спасибо. Кстати, дядь, забыл спросить. Ау. Пока отдыхал от того, как танк едет, ты ставил китрёзом. Не-не, я бухал. Я бухал. А то обещал. Я пил там, дурака валял всякого разного там. Вот такого. Не, я до него даже не добрался еще, нахуй. Нету времени боевого. Мне пизда. Ой, блядь, как же мы две вертухи дали в ебеня, это хорошо. Блядь, он вроде бы дал мимо, но он так смотрит, блядь, как будто бы он вообще не отстреливался. Но он как будто бы... Я выстрелил как будто бы над ним, а он перед собой. Короче, нахуй. От греха подальше с ебнем отсюда, нахуй. Вот, то есть я это... Ничего не делал мне, блядь, падлу. Вот, то есть вот так. Где минусы, Федя получает бабки. Блять, танкисты вообще, ну, как там, ну заткните. Да не работает же. Хорошо. Ну как можно развиваться без критики? Спасибо, никак. Обычная стагнация и дойка. Да, так так и есть. Ну так это ж удобная типа позиция. Не, ну фактически это ж удобная позиция. Заткнуть всем ебло. И все, типа. И делать что. И делать, что хочешь. Ну да. Федя бабки получает? А, понял. Я понял. Блять, там... Да и пиздец. А чё они, блядь, со всех... Да я... вы ебанутые, что ли? Ну, блядь, это нечестно. Всё, мне убили танк. Этот... Типа, что ты мелешь-то? Не смеши, блядь, мою подкову золотую. Блять, ну сейчас тридцатка, наверное, меня переебет, но, как говорится, что не поделать. Есть пробитие. Есть пробитие. О, блядь, она переебала, но не меня. Ну и как это там меня с деньгами? Радует. Спасибо. Давай просто смотреть на танк. Спасибо большое. Да, блять, если бы мне за это платили, я бы с ангара вообще не выходил бы, честно, блять. Совесть, блять, спасибо тебе огромное. Блять, братан, я бы нахуй не выходил бы оттуда, понимаешь, блять? Ну я как там с деньгами? Там сидел бы. Привет. Здорово. Сколько будут стоить три отметки на ТОК-2? Да, 1100, не больше. Почему я, блядь, шотного не добрал? Почему я такая скотина? 1100. Блядь, починиться надо. Да, пожалуй, починимся. Не будем ремку жопить. Блядь, тридцатку бы добрать, но она уже мне может альфу переебать. О, его добрали. Блять, ну с водочкой я ебал, конечно. Слушайте, я третий бой подряд 3000 даю. Если многие думают, что нихуя себе радуешься 3000 на девятке, ты шо, идиот? Вы даже не знаете, что это уебище по ТТХ из себя представляет. На нем 3000, это... Блять, это просто мировой рекорд по дамагу, нахуй. Вот что такое 3000 на этом танке. Да вообще, в принципе, дамаг, который, блять... Раз в жизни на этом танке дают, блядь. Так что 3000 на нем это невероятно достойный показатель, блядь.
А вот и Карим, и он дефит базу. Вот это очень добренький подпал, и если он догорит до одной тычки... Блять, он не догорит до одной стабильной тычки. Нет, догорел. И это хорошо. Блять, это очень хорошо, но я наказал кустового ублюдка. Смотришь на танк, не играешь в танк. Да, это охуенно. Это было бы охуенно. Если бы за это платили, брат, понимаешь? Типа, сядь на танк там, блять, косарь. Посадить на танк 2 часа, блядь, 10 косарей, вот. Было бы охуенно. Эти три ебаната были бы нахуй на нормальном месте, бой бы уже закончился, и мы бы проебали. Но это скот тупоголовый. Смешно, кстати, меня пересвечивают, а я их не свечу, это мем, блядь. Ага, откатились по хону. О, дебилоид. В землю перед танком. Фулл сводочка в землю, наша игра. Блять, хорошо терпит, долбоёб. Все, парили нахуй, не успею. Успел. Блять, пиздец, как же я ему нужен. Он очень сильно хочет именно по мне, блять. Посмотрите, на меня до сих пор смотрит, уебан, блять. Господи, какое ты ничтожество, блять. Идиот. 5700 на уёбке, охуеть, блядь. Мировой рекорд. Ну как там с деньгами? Спасибо. О, Илюша, а вы все в танк стреляете? Да. На Виктора Ивановича до сих пор работаете. Это кто? А вот что, Илюша, валить в Дубай надо. Стремить касс. Там все деньги. Да, я в курсе. Я в курсе. Я в курсе. Так почему в Дубай, блядь, именно ездят? Я не понимаю, блядь, кстати, вот этого вот прикола. Не, на самом деле, если бы я стримил казино, я бы отбивал бы, блядь, за стрим то, что за год поднимаю, блядь. Надо переходить давно уже, блядь, на самом деле. Надо ливать с танка, но мне надо просто летопись закончить, блядь. Летопись пожилых лет танковых. А до этого мне нужно середину 25-го года дождаться. Я завершу все мемуары и ливаю с танка, наверное. Вот. Мне просто нужно зафиксировать в азбуке, что она окончательно сдохнет в 25-м году в середине года, и все. Просто, понимаешь, это, знаешь, как, блядь, бросить дело вот в самом-самом-самом-самом конце. Ну, типа, некрасиво, блядь. Надо дождаться уж концовки, блядь, и записать в блокнотик концовку, и все, и ливать нахуй, казино стримить. Вот это хорошо попали. Полный готов. Ну как там с деньгами? Сейчас будет отдых. Сейчас будет отдых, да. Две минуточки. А, 300 пробоя не хватило, да, пожилых? 300, он сейчас залп меня прохуйнет. А, нет, не прохуйнет. Пиздец, убили танк. Бля, может тычку дадут дать? Блять, этого не затаранил, ёб твою мать. Ебать, я выживаю, блять, здесь жестко. Ладно, похуй. Я настреливаю сумасшедшие цифры для этого говна. Землю упал, блять. А если нам не помогут топтышки, мы все здесь ляжем, нахуй. А если помогут, то не ляжем. Да, блять, это просто ёбаный пиздец. Блять, как намагниченное говно, оно когда-нибудь спалить. О, блять, нам пизда. Надо, чтоб маус чисто впитывал, а мы их бить будем, врагов, блять. Топтыжик. Блять, свожусь дольше, чем он перезаряжается, нахуй. Ну там конь отстреливается, топтышка. Ну сейчас коня развалят, блять. Ой, коня, говорю, мауса, прошу прощения. Блять, у нас ВЗ не в ту сторону воюет. Он с конем воюет, а ему надо вот здесь воевать. Блять, ну у нас маус охуенно въехал, но ему никто не помог, блять. Классная альфа. Ну, минус один хотя бы сделай, ублюдок, блять, господи, сука. Якона кончена, блять. Я не могу играть в белорусский высер. Смешной. Я шотный, блять, все. Вот так, да, вот так, да, вот так, да. Дядя, давай еще. Да. Спасибо огромное. Минуту еще отдыхать? Блять, братан, мне вообще не слабо. Сейчас боёчек доиграем.
Сейчас боёчек доиграем и будем минуту отдыхать. Опа, с боёчек доиграли, пошла минута отдыха, братан. О, сейчас меня переебут. Вы видели угол, насколько гениальный был? Он же вниз, блядь, господи, это пиздец. Это пизда. Смешной танк 140, минус 7 УВН танчику дали. Ну все, я попущен. Одна тычка за бой, скобочка. Химмельсдорфчик, обожаю. Блять, я обожаю Химмельсдорфчик. Великолепная карта, блять. Великолепная карта Химмельсдорфчик. Да, 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 блять. Ну все, ну минус 7 УВНчиков танку дали слабому, блять. Слабому танчику дали минус 7 УВН. Спасибо, что толкаешь, родной. Очень, блять, помогаешь мне. Очень помогаешь. Блять, а ты не хочешь его просто запушить, долбоёб? У тебя 1700 хп, блять. Нет, не хочет. О, догадался, блять. Дебилоид что-то сообразил. Но он выстрелил зачем-то в Е50. Вместо 140. Долбоёбы стали что-то понимать. Ну все, 140 тебе, пиздец. Вот и все, блядь. Не, я думал то, что меня как-нибудь разорвет с этой игры, там, разъебет на куски, блядь, что я там, блядь, вообще, это, а мне просто похуй. Ну, типа, мне просто похуй. Блядь, вот это жесть, вот это игра. А мне просто плевать. Дыщ. Палаточка ебаная, вот так тебе палаточка ебаная, палаточка ебаная. Так, 32-ич едет. Прекратить, мне говорят, продвигать танк. А, вот так. Он просто ёбнул мне на 70 в силуэт фугасом и поджёг, блять, охуеть. Он стрельнул мне в силуэт на 70 фугасом и поджег. Бля, ебать. Ебать. Сука. Это пиздец. Бля. Джекпот, джекпот, хуй тебе в рот, поцелуй мою залупу, залупу-лупу, это пиздец, бля. Дыщ, враг, получай, враг. Вот это, о, смотрите, как, вот так он попал, блядь. Ща, ой, враг как делает ловко. Надо под пальчик ему уебать. А, враги, вы чего? Ай, враги, вот такой рез у нас, вот такой у нас рез, вот такой у нас центр, вот так. А наши ПВЗ не могут стрелять, потому что у них позиций таких нет. Вот такая карта с 2018 года. Мне похуй, я его надавал. Ай, враг на базе на имбе стоит, да что ж ты, враг, блядь, делаешь-то? Ебать, у меня сведение смешное. Смешное сведение у моего танка боевого, блядь. Ай, враг, ты чего? Зачем же ты, враг, меня так бьёшь-то, блядь, сильно? Сводочка. Не пробили НЛД 300 мм. Не имба. ТС-5 не имба, говорят они. Один из самых метовых танков, блядь, переапанных нахуй по всем характеристикам, блядь. Не имба, скобочка. Джекпот, джекпот. Хуй тебе в рот. Вот так игрок спрятался. А потом анти спрятался. Нет, все еще спрятался. Блять, какой хитрый игрок в танк. Как же этот игрок хитер и умен. Как же он умен. Этот игрок не пальцем делан. Ебать, игрок что исполняет. Вот так, игрок, на 1000 тебе. Рикошет. Кумулятивом в НЛД. 300 пробития, нахуй. Во! А вот! Так, блядь. Не, это просто пиздец. Ой, блядь, какое же это говно, нахуй, ёбаный, нахуй, насрал.
Джекпот, джекпот. Хуй тебе в рот. Если не танки, чем ты хорош? Я ничего не умею, кроме танков. Если не танки, допустим, чем ты будешь завтра заниматься? На бои без правил с голубями пойду. Голубиные бои без правил. Жесть. О, блядь, мне это что-то напоминает. Вам это ничего не напоминает? Это... Вот так, блядь. О, блядь, очень не хочется играть в это дерьмище. Тупорылое, блядь. Ну-ка, танк, блядь, дай-ка я в тебя... Ай, трактор придал. Ай-яй-яй-яй-яй, ботикер приехал. Да что ж такое-то, блядь. На! Не пробил 1-5. Не повезло. Не везет нам в игре про боевой нахуй танк. На, враг, получай. Вот такая игра про скилл. Вот такая вот она игра про скилл. Ура! Так, НЛД, целимся. Ура! 2 дэма джда за бой. Я победил вражину боевую. Это пиздец. В это играют исключительно дегенераты. Ну как там с деньгами? Спасибо. Онлайн хуёвый из-за пятницы, вот из-за лета. Дядя. А игра эта заебала в край, вот сил так. Уже нет на нее смотреть. А-а-а. Помимо Айкоса куришь что-нибудь? Да, сиги курю, когда не на стриме. Обычно. Блять, враг едет, хуй мне в рот давать. Джекпот, джекпот. Хуй тебе в рот. Поцелуй мою... Не пробил. Поцелуй мою залупу, залупу, лупу. Я поехал светить. Ну, я понимаю, что меня убьют. Я не хочу стоять, блядь, в этом дерьме. Ну, типа, ты постоял, они начнут проигрывать, и ты, типа, настрелял, и ты такой, я настрелял, я чемпион по танку. А я не хочу стоять, я хочу, блядь, чтобы... Геймплей, блядь, какой-нибудь в этой дерьме, блядь, ублюдочной был для ублюдков, которые убивают людей этой игрой, отупляют их еще сильнее, блядь. Отупляют и без того тупорылых людей, и, блядь, вот этой игрой, блядь, смешной. Специально людей тупят, блядь, еще сильнее. Вот так, игрок, на паттоне ты делаешь. Вот, специально людей дебилами еще сильнее делают, чем они есть, блядь. Этой парашей дегенеративной, блядь, вон куст упал. Вот, людей еще сильнее дегенератами делают, блядь. Это их хуйня, чтобы они вообще аморфными, блядь, были. Какой гениальный геймплей, ну игра в танк, тип. Типа игра в танчик. Я поехал мальчика на паттоне светить. Блять, меня засветили раньше враги. Враги, вы чего? Вы опять за старое взялись светить меня? Вот он. В землю упал снаряд по врагу. Вот так, враг. Вот так я посветил на ноль. А паттон мой интерес... Ой, этот фош мой интересно засвет или нет? Ну, сейчас точно не мой. У меня стан ебаный. О, мой засвет. Блять, ебать, я круто посветил. Вот это я посветил. Вот это я светляк. Крутой. Я крутой светляк. Я крутой светляк. Я сильный игрок в танк. Вот так. Упоролся по центру. 2000 насветил. Отметка зеленая, типа. Круто. Блять, вообще не хочу от дерьма играть. Ужас. Блять, надо было в этого врага стрелять. Как же не хочется в это дерьмо играть. Хочется выйти и забыть, блядь. Выйти и забыть. Ой, блядь. Говнище дегенеративное, блядь. Бля, я ж теперь нихуя не свечу. Враги меня перехитрили. Я поехал в атаку, ребят, все. Я атакующий игрок. Блять, ты чего? Ай, вы вот это... Ай, враги, вы чего?
Враги, а вы зачем меня? Ай, враги, что же вы, враги, сделали-то со мной? Враги, вы зачем так поступили-то, а? Все, ребят, меня враг убил. Не попал в броню, скобочка. Убили, ребят. Мне убили танк. Пиздец, не повезло. У подсолнуха хп мало? Блять. Ну, значит, это изи босс. Ну, плюс я на семечках все равно слегка перекачу. По дамагу. Так что, блять, вот так. Тебя в предложке нету. Ну, YouTube делает скобочку, значит. Это нормально, что их 20 танков вообще нахуй не светилось? Нормально, вот так он сделал, блядь. Ага, с разворота уебал скорпиона, блядь, и дальше, блядь. Ой, блять, да шо ж оно так долго-то, блять, сука, время-то тянется, блять. Что думаешь про будущее СТ с таким балансом? ТТ будет доминирующим классом. Третий раз абсолютно одно и то же. Абсолютно нахуй одно и то же. Проебанная горка. Танк здесь.
пробита, да, броня, а он с вертухи уебал вот так. Что он делает, блять? Блять, что он делает? Блять, что происходит? Блять, что происходит? Блять, что происходит? Блять, что происходит? Блять, что происходит, блять? Я выстрелил просто вот, понимаете? Вот можно выстрелить хуёво, а можно выстрелить как мразь, блядь. Вот я выстрелил как мразь, блядь. Самая настоящая... Вот мразь, блядь. Первосортная такая мразь, блядь. Выстрел ублюдка сейчас был. Вот прям ублюдка. Ублюдка. Вот ублюдка. На этом можно остановиться. Выстрел ублюдка. Можно... Я не могу, блядь, это ужас. Гусеница восстановлена, можно ехать. Банутая игра, блядь. Ой, блядь, как это все заебало, блядь. На тебе туда. Дзинник послушать. Блядь, он еще и сюда. Опасный бой. Ебать, танкуем шотным танком. Потом не танкуем, все. А. 92% побили метку. Ну, мы 90 сделали, я хуй знает, на первом часу стрима, наверное. Потом игра перестала давать. Все, не болейте, всем вам удачи. Вы это знаете. Завтра в Elden Ring, увидимся, нахуй. Все, я опять поставил мировой рекорд. 4 часа продержаться в этом говне, это, блядь.